Здравствуйте, дорогие друзья! Пришла к вам с очередной хвостушкой. Вот такая зимняя кукла девочки. Девочка с зайкой теперь доступна у нас на канале. Лепила я ее, как всегда, из мастики Топ Декор. Лицо, конечно же, слеплено вручную, без использования молдов. Фигурка бескаркасная, достаточно легкая, она весит всего 179,5 грамм, по высоте 17,5 сантиметров. Ну и для тех, кто попал на канал впервые, я хочу сказать о том, что у нас есть как бесплатные уроки, спонсорские, так и платные. Платные уроки проходят в закрытом режиме, но все они продаются, и их можно, конечно же, приобрести. Для этого вам достаточно писать мне в любую соцсеть под видео, после чего вы получаете реквизиты для оплаты, а после оплаты вы получаете ссылку на урок. Все ссылки у нас постоянные, поэтому не нужно переживать о том, что через какое-то время они будут недоступны. Нет, вы покупаете урок один раз и используете его ровно столько, сколько вам необходимо. Ну что ж, я надеюсь, что данная куколка вам понравилась, что она заслужила ваших лайков, заслужила ваших комментариев. Буду их, конечно же, с нетерпением ждать. На сегодня все. Всем пока-пока.